Ваше Превосходительство, уважаемый председатель, уважаемые члены, уважаемый генеральный секретарь, уважаемые дамы и господа. Я хочу поприветствовать вас от имени правительства Республики Казахстан. Для меня это большая честь выступать с этой трибуны в прекрасном городе Дубай. Я хотел бы выразить искреннюю благодарность за усилия, приложенные генеральным секретарем Международного союза электросвязи секретариатом МСЕ за качественную подготовку конференции. Также хочу выразить искреннюю благодарность и поблагодарить правительство Объединенных Арабских Эмиратов за проведение 20-й юбилейной полномочной конференции на высоком уровне. Я хочу выразить особую, особое поздравление его превосходительству господину Мажет Аль Месмару в связи с избранием его в качестве представителя успешным началом и руководством этой конференции. Мы благодарны организаторам за внимание и теплоту, и доброжелательность, которые оказываются делегатам конференции. Сегодня информационно-компенсационные технологии являются важнейшим фактором конкурентоспособности экономики, повышения качества жизни общества. Для Казахстана имеет стратегическое значение развитие ИКТ. По следующим причинам – это то, что у страны большая территория, отсутствие выхода к морю, и низкая плотность населения. Но благодаря политике президента страны Рустана Бишеча Назарбаева, в стране был создан современный, самый современный информационный ландшафт. И так в Казахстане количество пользователей интернета за последние 10 лет увеличилось с 8 до 76 процентов. Казахстан продолжает предлагать большие усилия к развитию инфраструктуры ИКТ, все крупные и мелкие города по всей стране охвачены связью четвертого поколения. В дополнение к созданной инфраструктуре реализуется проект по обеспечению широкополосным доступом сети значит, во всех сельских населенных пунктах Республики Казахстан. Таким образом, по итогам проекта еще дополнительно 2,5 миллиона человек будет охвачены широкополосным доступом. Остальное население, соответственно, будет охвачиваться посредством спутниковых технологий. В итоге 100% населения Составит охват населения Казахстана. Казахстан имеет собственную космическую программу, и на сегодня два национальных спутника обеспечивают телекциационными услугами и услугами телерадиовещания всех операторов страны и населения. Для качественного внедрения услуг 5G мы высвобождаем спектр в трех разных диапазонах, что даст большую пропускную способность. И до конца года мы планируем внедрять пилотные проекты в некоторых регионах страны. Таким образом, учитывая стремительное развитие высоких технологий, нами планируется переход на новый этап развития этой отрасли с принятием в декабре 2017 года новой государственной программы «Цифровый Казахстан». Данная программа позволит сократить цифровый разрыв и включает в себя пять ключевых направлений. Это цифровизация отраслей экономики, переход на цифровое государство, реализация цифрового шелкового пути, развитие человеческого капитала, и создание инновационной экосистемы. Придерживаясь данной программы, на подготовленной и на основе концепции Международного союза электросвязи, выполняя поставленные целями устойчивого развития значит, индикаторами, Казахстан будет стремиться к переходу к информационному обществу. Цифровизация экономики подразумевает не только проведение цифровизации, но и смену парадигмы существующих бизнес-моделей. Мы хотим увеличить возможности малого и среднего бизнеса в городе и населении посредством открытой цифровой платформы. Таким образом, сделан еще один шаг к повышению конкурентоспособности и производительности казахстанского малого и среднего бизнеса, которому предоставлены инструменты и технологии в виде сервисов и приложений. Также мы проводим повсеместное цифровое обучение грамотности, все население, уделяем большое внимание молодежи, которая станет движущей силой цифровизации нашей страны. В целях реализации нашей программы мы создаем it офшор в рамках которого 5 ноября текущего года откроет свои двери международный IT-парк «Астана Хаб», в прошлом году мы успешно провели Экспо 2017. Открыт в этом году Международный финансовый центр Астана, МФЦ. Создаются смарт-города. В будущем планируется создание смарт-государства. Важно внедрять современные технологии, чтобы сократить расходы экономики, упростить жизнь людей, сделать ее комфортнее, лучше и транспарентнее. Сегодня научно-техническая революция ворвалась в нашу жизнь таким образом, что переформатировала все сферы жизни, что не осталось ничего, чтобы она не затронула. Наш мир стремительно меняется, и мы совместно с МСЕ должны адаптироваться к новым глобальным вызовам, технологиям, таким как, например, 5G и группировки неогеостационарных спутников для предоставления услуг широкополосного доступа по всему земному шару. Используя современные технологии, такие как искусственный интеллект, распределенные сети, блокчейн, большие данные, облачные вычисления и интернет вещей, мы понимаем, что в будущем они будут соединены и дадут колоссальный эффект. Всем нам необходимо подтвердить свою приверженность и поддержать повестку дня соединим к 2020 году и в ближайшее время обновить свою концепцию отрасли электросвязи на период после 2020 года. Мне очень понравилась идея, провозглашенная в начале конференции хозяевами, принимающими сегодня нас, сделать счастливее жителей страны. Помогая друг другу, обмениваясь технологиями и лучшими практиками, мы сможем быстрее сделать жизнь людей счастливее и добрее. В завершение хочу отметить, что Республика Казахстан выдвигает кандидатуру Нуршабекова Резата на пост члена радиорегламентного комитета, который обладает огромным теоретическим и практическим опытом в области связи. Наша большая просьба поддержать. Уверен, Международный союз электросвязи сыграет позитивную координирующую роль в успешной реализации всех проектов в области ИКТ. Спасибо.